Hey, всем привет, друзья, с вами Крис, вы на канале Крис Плюс Плей, и мы продолжаем The Walking Dead. Я даже не буду никакую там превьюшечку, никакую хуйню там пороть, мы просто идем дальше. И нам нужно сейчас рацию это ебануть кому-то там, да, передать нашему Люку, найти его где-то, хуй знает где. Они сейчас, две рации у Клементины в кармашках, антенны вот так, сука, торчат из нее, и никто этого не видит. Так, ну стой, что происходит? Не важно, просто на другой работе пойдем, другую работу пойдем, идем скорее, идем в городское создание. А может оставить ее в покое. Лучше бы она осталась с нами. Нас она знает. А что будем делать? Подождите, какого хера? Я же нажал. А что будем делать? Почему там ничего не ответило? Пиздец. Я просто хотел убедиться, что ты в порядке. Я тебе не поверила, когда ты мне рассказала о Реджи. А тебя я прямиком пошла к Биллу. Я подумала, даже если он это сделал, он придумает какую-то отговорку, но Билл так спокойно об этом говорил, будто он просто сорняк вырвал. Типа это нужно было сделать. И в такие моменты кровь стынет в жилах, и мурашки по коже. Потому что оказывается, что ты никогда человека и не знала. Ну да. Ты чем-то взволнована, Клементина. Что-то случилось? Вот такой, да? Он прикрывает рации. О, дебилы. Блядь, спрятались нормально. И она помогла себя, естественно, вести. Вил? Она повернула рукав, локоть, и там была рация. Отмотай назад, посмотри. И увидишь. При первой встрече я повела себя нечестно. Но я клянусь всем святым, больше это не повторится. Так, я тебе не верю. Мне надо... Я ничего не буду говорить. Я нажала на 3 точки. Я могу понять, что тебе неуютно. Я не стану тебя держать при себе, если ты не хочешь. Возвращайся к Кенни. Я хочу Кенни. Вот, спасибо большое. Сиди здесь и нахуй не двигайся. Pro Power. Видишь, наверху было написано. Профессиональная энергия. Сила. Pro Power. Короче, хуесь, это пишешь такая. Шустрая она, блин, молодец такая. Она чисто за команду такая. Маленький коммунист растет. Такая, за команду. Никакой нахуй единоличности. Все за своих ребятушек. Она старается везде все сделать. Давайте пошевеливайтесь. Ненавижу с вами козлами нянчиться. Luke? Вот. Люк. Пиздец, да? Такая открытая комната. Я хуею. Это Клементина. It's me, Clementine. It's safe to come out. Можешь выходить. Нахуя? Я не понимаю. Закрыла бы дверь, дурочка. Ну вот закрой эту дверь. Ну какого хуя она открыта? Я не понимаю. Пиздец. Дверь надо закрывать. Видишь? Закрыть надо ее. А почему? Блять, да почему это вышло-то? Тебе здесь быть не должно. Я хотел просто ее закрыть. Она же была приоткрыта, почему? Ребята, вы здесь всего день, блин, уже облажались. Ну погодите, вы все получите. Вперед! Это странно, блять, ёбаный в рот! Дверь открытая, почему? Ой, ёбаный в рот, я хотел ее просто, сука, закрыть! Я даже не смог ничего осмотреть, пиздец. Просто пиздец. И чем нам отплатить за доверие? Предательством? Обманом? А, его поймали, да? Чё происходит? Не знаю, Клем. Всему, что вы планировали, конец. Все, от проблем не убежишь. Когда становится тяжело, нельзя встать и уйти. Потому что тяжело будет везде, теперь тяжело будет всегда. Вбейте это в свои тупые головы. В тупые, ебаные черепа, он сказал. Fucking skulls. Вот, Люк, теперь он вам не поможет. Вы должны сами себе помочь. Должны помочь мне найти силы вас простить. Для начала можете мне сказать, где вторая? Где вторая? Считаю до 3. Если к тому времени рация не будет у меня в руках, придется все усложнить. Раз. Ну, Я буду честным. Ну просто смысл, он бы так иначе это выбил, узнал как угодно. Смысл, сразу давай и все. Все нормально. Извини, даже не знаю, что думал. 3. Так, ну-ка на всякий случай, мало ли придется драться. Козел. Fucker. Ёбарь. Fucker, это ебать. Козел. Stop him! Somebody stop him!
Остановите его, кто-нибудь остановите его! Пустите! Прекрати, Клементина, помоги! Помочь Кенни, ну-ка. Кенни! Ну я б твою мать, я выбрал помочь! Пиздец, ты охуевший, а? Так уебать ребенку, скупорожек. Блять, вот мразь, а. Билл. Хватит, Билл, пожалуйста. Билл, there's a breach. Билл, ходячие прорвались. Бридж, там есть прорыв. Бридж, бридж, бридж. Ладно, все идите за мной. Бонни, ты будь тут, последи, чтобы они опять чего-нибудь не натворили. Как можно было так проебаться, да? Вот дебилы. Сегодня останетесь без ужина. Может, на пустой желудок лучше все поймете, а завтра продолжим. Ну реально, долбоебы. Как можно было все так... Постарайся, Киркоров. Нужно, чтобы он мог идти, потому что мы уходим сегодня ночью. Киркоров — это Карлос, вот это он. Видишь, это Киркоров. Мы уходим сегодня ночью. Дебилы. Конченые дебилы, блять, украсть рации. И так проебаться на ровном месте. Дебилоиды, ну реально. Я же говорил, если бы договорились изначально о том, чтобы она рацию просто оставит, он мог хоть ночью прийти, хоть когда аккуратненько пробраться. И то, это странно, что он там может пробраться вот так вот, просто взять и зайти, ну это смешно. Но даже так бы, сказал бы, перекинь рацию через забор, вот, вот в этом месте, вот просто перекинь, я заберу ее. Все! Нет же, его поймали, их поймали, всем дали пизды, без, еще и голодные. Заебись. Обиднее всего за то, что они голодные. Кушать-то хочется. Кушать — это хорошо. Я вообще сам поел, конечно. Она сказала, что сможет вынести нас из загона, если мы запустим кого-нибудь, что услышим, она прибежит нас внутрь. Отлично. Это нехорошо. Ля-ля-ля-ля-ля. О чем ты? Мы не можем оставаться здесь, так мы и можем доверять Бонни. Почему? Короче, давайте Бонни доверять. У нас вариантов нет. Бонни — это та баба рыжая. Бонни вообще может доверять. У нас нет причин ей не верить. В смысле, если бы она захотела, нас бы уже поймали. Но сегодня это рискованно. Рискованно? Видели бы, что этот сукин сын сделал. Послушай, план в силе, ничего не нужно менять. Все уже подготовлено, трудно уже позади. Он просто с ума сошел. Кто знает, что он в следующий раз сделает. Да, но у нас один человек избит до потери пульса. Сарита ни на что не способна, а я тоже в хлам. Послушай, нам отдохнуть надо, ясно? Надо не спешить, дождаться удобного момента. Пиздец, ты, а где ты убийца в хлам? Вон сидишь нормально себе, ебало немножко красное и кровь тут. Ну, не знаю, смешно. Но мы ждать не будем. Ну да, так. Там ничего нет, ребят. Поверьте, я искал ни еды, ни припасов. Они все начисто обобрали. Где Кенни? Давайте про Кенни. Я же не буду его бросать здесь. Может, он ходить не может. Сейчас им док занимается. Похоже, все плохо. Ну что там, Филипп? Все нормально? Пиздец, как два пальца, да? Да, Кенни получил знатный пизды. Он в порядке, нет вообще? Скуловая кость раздроблена, глаз вряд ли сохранится. Я сделал все, что мог. Промыл рану, немного уменьшил отек, забинтовал, как умел, но пока он не придет в себя, мы не будем знать, поврежден ли мозг. Черт. Ладно, слушайте, может, я здесь типа адвокат дьявола, но черт, если вы все и правда готовы уходить сегодня, тогда, пожалуй, стоит поговорить о том, кого оставить здесь. Вот я о том и говорю. Кенни ты не возьмешь с собой? Другого пути нет. Это чушь собачья. Ну, меня это тоже не нравится, но знаешь что, деваться некуда, мы с Кенни здесь только из-за вас, а теперь вы собираетесь нас бросить? Не, мы Кенни не бросим. Мы Кенни не бросим. Кенни за нее вступился, его нельзя бросать. Какого хуя? Это нечестно. Мы держимся вместе. Жизнь несправедлива, Клем. Мы просто пытаемся сделать все возможное в плохой ситуации. Никто не хочет бросать Кенни. Ты хочешь бросать Кенни. Ты сейчас всех агитируешь за то, чтобы его бросить, Питер. Вот и хорошо, тебе не придется. Молодец, встал. Пиздец, да, он крепкий. Со мной все в порядке, милая. Мы уходим сегодня ночью, план не меняется. Да ты просто крутой перец. А разве крутые перцы получают по морде у всех на глазах? Ну вообще да, бывает такое. Но от этого они крутыми не перестают быть. Я всех обнимаю, я даже не разговариваю ни с кем. Я заебался разговаривать, я хочу просто людей обнимать. Потому что тут все пиздят. Просто, а это секундочку, можно не пиздять. Текст, в смысле, не говорить. Ладно, ну что теперь, мы валим отсюда к чертям. Типа прямо сейчас, да. Да куда мы пойдем? Если начнется заварушка и нам придется разбегаться, надо договориться о месте.
встречи. Мы могли встретиться... Где? Что это за херня? Это памятное место времен гражданской войны в нескольких километрах. Отсюда кругом полно указателей, надо только идти туда. Так, мы там останавливались, когда в первый раз сбежали. Люк и Карлос знают, где это. Да, ну, по крайней мере, несколько человек знают, где это. Так что будет легче найти это место, если мы разделимся. Ладно, договорились. Какое-то место? Хуй знает какое? Перемотай, посмотри. Значит, кому-то надо просто пойти и включить систему громкой связи. Кто это сделает? Пиздец, да, такие все такие. А вот она вот крайняя. А если что, Кенни получит пизды, да-да. Так сразу договариваемся. Все, оп, пожали руки, все молодцы. Отбили пятюнечки. Короче, подсади меня, ебали. Вы все бесполезные. I got a need a boost. Ей нужен... И никто, сука, не забрал опять веревку эту ебучую. Хоть бы спросили, как вы сбежали, как вы их достали. Расследование провели хоть какое-то. Пиздец. А вообще всем похуй. Просто дал пизды и все. Бери веревку и делай то же самое. Then climb back up and drop into the stock room. Просто жизнь какая-то. Чё? Скажи ещё раз, я нихуя не понял. Can you tell me again? Включишь систему громкой связи в кабинете Карвера, потом вернёшься на крышу и спустишься на склад. Там мы тебя встретим. Хорошо. Не забудь включить наружные динамики. Сука, блядь. Включи систему, вернуться на крышу, спуститься вниз. Вы там будете тебя ждать. Будь осторожна. Да что ты? Это ж прям пиздец, все меняет. Теперь ты гораздо будет легче. Я для себя уж не знал, что мне делать. Обязательно захвати Элвина. Элвина и бурундуков. Захвати Элвина и бурундуков. Вот такая моя миссия. Ну, здесь мы уже были, все знаем. Да-да-да-да-да-да-да. Никто никуда не закрыл. Спокойно, залезай, бери, что хочешь. Все тебя ждут. И даже персики тебе приготовили. И водичек. Элвин. А, Элвин — это ее муж. Точно, блядь. Давай не будем с тобой разговаривать. Пойдем просто со мной, Элвин. Ему дали пизды еще день назад, по-моему, да? Он все валяется без сознания. Походу, он просто уже умер. Элвин, ты в порядке? Да-да, именно так в порядке человека выглядит. Вот именно так он и выглядит, как всегда. Пиздец. Какая девочка, конечно, да? Иногда она такая умничка, а иногда просто, блядь, такую хуйню несет, что я просто охуеваю. Давайте сначала мы не будем торопиться, все осмотрим, мало ли, что-нибудь забыл, что-нибудь полезное. Здесь ничего нет, здесь ничего нет, здесь ничего нет, здесь ничего нет, ничего нет, ничего нет, ничего нет, ничего нет, нихуя нет, осталась только громкая связь. Ну все, я хотя бы все обошел, я теперь знаю, что здесь нету нихуя, и можно сделать только вот это. Так, нажмем. Speakers. Okay, ладно, теперь микрофон. Давай. Broadcast volume control. What's wrong? Что? Что случилось? Ой, сука, мне что-то глаз попало. И чё, блядь? И чё? Надо что-то вставить кассету, да? Play. Пиздец, да, разбирается, шарит по всем. No. Диск нет. Где они? Ну, может, в музыкальном магазине? Узнать, где они? Где сука, ебаный диск? Где он? А, вот он. Come on. Давай. Please, как она так разобралась все быстро, как все сделать? Ей хотя бы эта баба, которая все это делала, дать до нее, объяснила бы, как это делать. Она же ничего никак не объяснила. О, это Элвин. Встал. Водички попить. Элвин, are you okay? Ты в порядке, Элвин-то вообще? Как дела? Что ты ищешь? Пистолет. Я так и знал. Карвер строит из себя крутого мужика, а хранит самый крохотный в мире пистолет. Смешно-то как-то. Ну да. Так, надо уходить, возьми. Можно я возьму пистолет? Ты можешь их задержать. Давай я возьму пистолет. Я хотя бы стрелять умею. Господи, боже, не смеши, смеяться больно. Да-да-да. Отдай ствол ребенку. Не хочу, чтобы это было моим последним поступком на этом свете. О чем ты говоришь? Я не смогу идти, деточка. Я свое отходил. А как ты до стола дошел тогда? Ты же ходить можешь. Хули ты, блядь, притворяешься? Соберись просто и все. Нет, я просто пойду наверх и выключу эту херню. Тебе надо уходить. Они совсем скоро будут здесь. Спасибо.
Позаботься о моих девочках. Пиздец, это ради жены! И ребенка, блядь! Просто предчувствие плохое, не, да, уходи. Ради них ты не можешь собраться, блядь, с силами. Ебанутый. Даже здесь вот наебали. Ну это пиздец. Сидел бы около двери, брал бы, взял бы ее на мушку. Вошел, бах, первый завалил сразу. О, пиздец. А там уже, может, успел и взять его ствол, и... Но как можно, блин, бросить родных жену и ребенка? Ну дайте дали пизды, может, там все отбили к хуям. Но силы-то можно собрать последние и напрячься ради них, ради семьи. Нет. Вот Доминик Торетто, блядь, ради семьи просто находит... Угандошит кого хочешь на машине. И на асфальт спрыгнет, и на танк, и вся хуйня. Ему просто похуй будет. А этот чувак, Элвин, ему вообще насрать. Так, не желаешь меня уважать, ладно? Хочешь бросить жизнь? А, так, окей, стоп. Все, опять все проебались, блядь, ебаный в рот. Хочешь убежать от странной кучкой коллег, вперед, как пожелаешь. Но я пристрелю и тебя, и ребенка, но не допущу, чтобы ты опять ушла с моим ребенком. На тебя, ебана. Дай ему поебалу, и каждый дать ему поебалу. А где остальные? Назад. Сука, а где остальные? Почему он был один здесь? Где остальные все? Его помощники. Да ладно, Люк, тебя это не касается. Clem, where... Я бы даже не разговаривал, where сразу шмальнул в него и все. И дело с концом. С концом. Клем, где Элвин? Ну, пиздец ему. Элвин, да, Элвин, ну пиздец. Ребекка, я, господи, мне очень жаль. Зато теперь ты не будешь гложить себя вопросом, а что делать с ребенком не моим, не его. Моя сладкая, боже мой, как же мы с тобой докатились до такого? Застрели. Да-да-да. Давай, стреляй, блядь, он мразь. Да, сука, не в колено, ебаный ты. А, ну правильно все. Молодец, Кенни. Башку ему. Просто убей его. Он не должен жить. Он не должен. Очередная мразь. Ее надо просто уничтожать. Мы зачищаем этот мир от мразей. И башку. Добей его и все нахуй. Он убил Реджи, нашего любимого индуса. Он прихуярил сейчас Кенни, так что у него глаза не будет больше. Все, пиздец. Выходите и ждите снаружи. Все правильно. Кенни должен выпустить свой гнев. За ребенка, за Дака, за Катю, его жену, за потерянный глаз, за всю хуйню, за этого убитого его друга, которого он нещадно просто пристрелил в башку. Что с ним делать-то после этого? Просто связать и оставить? Я бы связал его и оставил зомбарям. Вот что можно было бы сделать. Но я не уверен, что игра позволит это сделать. Закрой рот, Билл. Так, никуда не пойду. Я никуда не пойду. Пошли нам. Этого козла ненавижу вдоль или поперек. Никуда я не пойду. Будет грязно. Не знаю. Я хочу посмотреть. Посмотри на себя, неблагодарные твари. Ты даже не знаешь, как хорошо у тебя выходит. Киркора с молотком. Правильно, блядь. Злая баба беременная. Чувак с калашом. Все нормально, ты научишься. А где, блядь, остальная охрана этого помещения всего? А весь на бойню. Нет пастуха, который бы вас повел. Клементина точно знает, о чем я. Остаться? Не-не-не, я останусь. Я не позволю тебе на это смотреть. Это не тебе решать. Молодчина, она не боится смотреть в глаза. Да, не боится. Клементина, сохрани это чувство в себе. Именно оно делает тебя сильнее остальных. Так и есть, я согласен. Давай, идем. Зло должно быть наказано, и я должен посмотреть, как оно будет наказано. Я это хочу. Я сейчас приду, ты ничего не увидишь. Смешно это слышать от тебя. Как глаз, ты на голос иди. Придешь куда надо. У тебя толстенная черепушка, Каннет. Надо было тебя сразу. Кеннет, это типа он Кенни назвал Кеннета. Кеннет, да, надо было тебя добить. Ты на себя посмотри, ты просто развалена. Что пялишься, сука? Не делай вид, что не балдела от каждой секунды. Вот так хорошо. Давай-давай, добей его нахуй. Это просто гандон, ты понимаешь? Это гандон, это не человек. Не надо воспринимать его как человека. Его надо просто угандошить и все. Он безжалостный убийца. Он убил вот там вот у нас в этом на горе в доме нашего этого Боба, который... Ну это, конечно, слишком жестоко. Можно было так его не ухуяривать. Просто выстрелить с него и все. Ну ладно, хуй с ним. Угандошил. Видел, как он его просто взял и убил нашего этого фасолиготовщика. Пиздец. Я просто охуел тогда от этого.
Бах, и все, в башку ему. Пришел за нами. Типа, нам нужны рабы. Я вас всех, типа, отправлю, направлю на нужный путь. Пиздец просто. Ты кто вообще такой? Ты охуел, что ли? Мы без тебя разберемся. Иди нахуй отсюда. Нет. И все, и пиздец. Взял однорукого рейджа, скинул. Я не знаю, я охуею с таких охуевших. Ну вот, такому охуевшему такая и участь. И пошел он нахуй. Я ни о чем не жалею. Того долбоеба я вилами заколол тоже, который людей ел. Тут никому пощады не будет, нахуй. Черт. Я думал, они идут с юга. Все так, кажется, мы сейчас в самом центре. Черт, вот же хрень. Вот тебе. Тебе что-нибудь понадобится. Спасибо. А автомат у кого? Да я поебал. Хорошо. А, пиздец, мы сейчас будем измазываться этими кишками, да? Если хотите жить, поспешите измазаться кишками. Давай. В это я не верю. Там слишком крепкая грудина. Там нужна пила, чтобы ее разрезать, а не топорик, и вот так вот руками вывести. Даже я так не смогу. Не то, что маленькая девочка. Первая пойду я. Ты собираешься этим измазаться? Надо, сэр. Ну да. Ладно, твоя очередь. Повернись. Ужасно воняет. Ну а ты хуй думал? Ты думал, это что, тебе Шанель, что ли? Все будет хорошо, милая. Постой спокойно. Ты уверен? Уверен. Бояться нечего, если ты боишься. Будь спокойно, я тебя уберегу. Да. Шевелите булками. Повернись, я намажу тебе спину. Мы не можем тянуть, все готово. Они почти все готовы, они почти здесь. Какого фига тут вообще происходит? А где? Где, блядь, он был-то? Его босса захуярили, а он где-то гулял. Даже и не думай, сволочь, прикончу, слышишь? У кого автомат-то, блядь? Кто? Почему? Сука, пиздец, я хуею. Трой, мы об этом говорили. Что за чушь ты несешь? Я же говорила, что хочу отсюда выбраться. Ты сказала, что поможешь, а потом я тебе помогу. Я думал, ты хотела выбраться из загона, а не ту хрень, что сейчас происходит. Хотела, а теперь мы можем вообще уйти, Трой. Ты можешь пойти с нами. Что? Ну, и куда мы пойдем? Сейчас его сожрут, да? Она тянет время. Молодец, хитрая. Валим отсюда вместе. Ну, конечно, тупой. Господи, ну и вонь. Тебе нужно помыться, прежде чем мы... Охуеть, наебало его! И по яйцам. Вот сучка драная, а? Да ладно. Только не шумите, ясно? Они могут услышать что-нибудь, что им не понравится, и черт побери, идите, делайте. Вид, что вы свои, и вас примут за своих. Где он был? Почему он был не с этим, своим боссом Биллом Карвером? Почему, как хуй поймешь? Потом откуда-то пришел с автоматом. Пиздец, а где наш автомат? Я нихуя не понимаю. Кто спиздил наш автомат? Он же был у нас. Так, все окей? Да. Это Тави? А, вот они все наверху стоят, долбоебы. Пиздец, главное, чтобы они по нам не стреляли. Все будет хорошо. Ну, так, нужно бежать, да, или что? Следи за Сарой. Тихо, милая. Клементина, помоги. Успокой ее, пожалуйста. Просто скажи что-нибудь, ты же ее подруга. Все будет хорошо. Пиздец! В Киркорова попали, блядь! Ебануться, блядь. Все, убили нахуй нашего певца. Сара, заткнись. Заткнись, блядь! Бежать нельзя. Паника никакой, никакой паники. Ну все, пиздец. Дай поебало. На! Мразь. И этому тоже. Оп, увернулся. Хорошо, сюда. И чё, блядь, а почему? А почему эта хуйня происходит, я не понимаю. Они же не чувствуют нас, не чувствуют. Что они могут услышать? Там же такие же вокруг стонущие, вокруг нас. Пиздец. Шли группой. Всех просто размотали. Всех нахуй размотали, блядь. Ну, сука, пиздец. И чё, блядь? Ничего не происходит. Какое-то, знаешь, замедление такое, рапид, и все, и, блядь, как будто Зак Снайдер снимает, и чё, все, отгрызает ему нахуй руку.
Можно сюда, а можно куда еще? Пизда тебе! Пизда ей. Если руку не отрубить, сразу же сейчас, ей пизда. Дебилы ебаные! Все, что они делают, это тупость редчайшая. Хороший план был дойти до туда. Ну, блять, его реализация, она просто, я охуеваю, у него просто вынос мозга. Идите вы группой, аккуратненько. Нет, блять. В этого попали, начали орать, все, всех расхуярили, очки Сары. Где эта баба опытная, которая сказала... Вот где она была, мразь? Не надо было тебе рацию брать. Меня бы Карвер так не побил. Конечно, надо было неизвестно, что бы тот урод с тобой сделал. А что он сделал? Я думаю, вряд ли он ребенка бы так отхуярил. Я буду красавчиком, когда все заживет. Я сомневаюсь, что он ребенка бы так начал пиздить жестко. Тебе надо побраться мимо того ходячего, не привлекая внимания остальных. Что делать будешь? Только не сейчас, не сейчас, черт побери. Ну то, что Кенни взял рацию, это правильно. Взял вину на себя. Ну, да где же фак ебаный люк? Просто они все умрут, Клементина. Не дай им утянуть себя на дно. Любой нормальный мужик сделал бы так же. Не дал бы ребенка в обиду. Так, помог Саре с ее домашними делами. 54%. Я не помню, какие нахуй домашние дела. То сказал Бонни о Люке. 63% сделали так же. Бонни, Люк. Признал, что украл рации. 33% признались. Посмотрел, как Кенни убил Карвера. 48% сделали то же самое. Отрубил руку Сариты. 43 сделали. А я даже не увидел этой возможности. Я просто убил зомбаря. Ну, пиздец. Ну и хуй с ней. Сарита, не Сарита. Одним больше, одним меньше. Новые люди появятся. Просто я не знаю. Там так много всяких этих разных людей. Приходят, уходят. Киркорова жалко немножко. Вроде нормальный был чувак. Дочка его тоже ебанутая. Тоже, да, это, получается, погибла. И все. Вроде как все. Ну и это, Сарита. И кто там еще был? Элвин. Четверых потеряли в этом эпизоде. А, и этот, фасолеготовщик. 5 человек? 5. Да? 2 и 5. Не считая чувака на мосту. 6. Пиздец, да? Пиздец, тут они все мрут, как ебаные мухи. Я хуею. Ладно, хуй с ним. Давай на этом сегодня закончим. Подписывайся на канал, включай колокольчик, ставь лайки, пиши комментарии, подписывайся на паблики. Все ссылочки будут в описании под видео. Все, друзья мои, всем пока.